акустический джаз от меня и моей тени, которая у меня за спиной. Ксения, бросай все дела и езжай в Армению на гору Арарат. Уводи всех кос и коней, ведь в душе я знаю, ты конократ. Когда начнется война с турками, у тебя уже будет свой опорный пункт. Приедет сам Путин и удивится, и скажет: «О, Ксюха, ты уже тут?» «Я уже тут, скажешь ты, мне 32, и я права, я баба, что надо, я баба, что надо. У меня есть правда, ее у меня полные рукава». Взмахнул правым, появятся танки, взмахнул левым, ракеты крылатые. С днем рождения, Ксения, Ксения, эта зима совсем весенняя. С днем рождения, Ксения, Ксения, эта зима совсем весенняя. С днем рождения, Ксения, Ксения, эта зима она совсем весенняя. С днем рождения, Ксения, Ксения, эта зима, посмотри, совсем весенняя. Я. Декабря 2015 года. Политический джаз для Ксении Сенатовой Паниной. Такой жанр. И еще послание для ее мужа Петра. Петь убрет, потому что Петр патриот. Петь убрет, потому что Петр патриот. Петь убрет, о, Петь убрет, да потому что Петя Петр патриот. Петя Петр патриот, и Петь убрет. Всем намаста, хорошего настроения и благожелательных улыбок. С вами был пингвин Александр. Я исчезаю за гитарой вместе с моей тенью.